Всем привет! Мы на канале Банковский, и сейчас мы поговорим про рефинансирование кредита от Альфа-банка. 6,9% и дополнительные деньги на личные нужды. Но, во-первых, условия приобретения данного рефинансирования будет отличаться тем, зарплатный вы клиент или нет. Если же вы зарплатный, то это намного выгоднее. Например, будет отличаться процентная ставка. Процентная ставка будет идти от 6,9% до 25,4%. И плюс сумма будет увеличена. Можно рефинансировать до 3 миллионов рублей. И также будет увеличен срок. Можно рефинансировать до 7 лет. Если же вы не являетесь зарплатным клиентом, то здесь уменьшается как сумма, то есть можно получить рефинансирование лишь до 1,5 миллиона рублей. Также уменьшается срок кредитования, он будет достигать лишь 5 лет, и также увеличивается процентная ставка, которая будет составлять от 15,9 до 25,4 годовых, то есть процентов годовых. То есть зарплатным клиентам, конечно, намного выгоднее. Далее. Чтобы оформить данное рефинансирование, вам должен исполниться 21 год, плюс доход от 10 тысяч рублей, плюс стаж на последнем месте работы от 1 месяца. И также будьте внимательны, что вы не можете рефинансировать кредит, если он был взят в иностранной валюте. Плюс также нельзя рефинансировать кредитные карты, овердрафты, карты «Мои покупки» от Альфа-банка. Другие кредитные карты, кредиты вы можете рефинансировать, ничего страшного нет. И, кстати, еще большой плюс в том, что когда вы оформите рефинансирование, вам не нужно будет потом обращаться в Альфа-банк, предоставлять справки о том, что вы закрыли предыдущие кредиты, потому что Альфа-банк будет проверять это все самостоятельно через бюро кредитных историй. И также большой плюс состоит в том, что вы можете получить еще и дополнительные деньги на личные нужды, просто это будет идти как дополнительный кредит, да, дополнительные деньги. И еще, когда вы оформляете рефинансирование, проходит 45 дней, и только тогда вы уже вносите первый платеж. То есть это как какое-то дополнительное время, да, немножечко такое вам облегчение, и это, конечно, тоже большой плюс. Ну, а я напоминаю еще раз, что ссылочку на данное рефинансирование вы можете найти в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. До свидания.